Привет, сегодня у нас фотосъемка идет в школе, и хотел бы рассказать о том, как мы работаем над базовым школьным альбомом. У нас 4 класс снимается, класс как раз за мной, и там идет уже работа, Ирина снимает. Ну и, соответственно, у нас несколько этапов. Первый этап – это сделать общую фотографию, но мы сделаем ее чуть попозже. Сейчас мы сделаем портретирование всех школьников. Это поясные портреты, более крупные портреты, которые будут использоваться как на виньетке, так и на страницах основного портрета школьника. Классный коридор. Это будет третья часть. Здесь мы будем делать полуростовые фотографии. Ну и на закусочку у нас будет фотографирование школьников небольшими группами, друзьями. Но это после того, как мы перестроим наш класс под такую съемку. Посмотрим, что там происходит. Речки не наружу, а на меня. Внутрь. Да сделай так. Другими плечами. Вот, да, все правильно. Я тоже встану, чтобы подружку полюбить. Стоп, хорошо. Книжки разобрали? По одной. Светская этика! Сложил? Почти. Обратно. Где занимается вне школы? Только футбол?